Макаров первым нанес удар. Он уничтожил тысячи людей на своем пути. Только мы знаем, что это был Макаров. Но теперь нам никто не поверит. Нужны доказательства. Пойдем по следу. Алехандро Рохас. Не знаю такого, сэр. Он же Алекс Красный. Он стоит за этой атакой. Одна пуля становится причиной ярости целого государства. А это значит... Это наш ключ к Макарову. Гоус, номера те самые. Вас понял. Сообщник Рохаса появлялся? Никак нет. Машина останавливалась дважды, объекта не видно. Так она снова остановилась. Оставайся на связи. А вот и он. И похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Гоус, у нас проблемы! Ложись, ложись! Он уходит, Роуз, за ним быстро! Гоус, наш водитель убит! Идем пешком! Жди нас у гостиницы Рио и постарайся задержать объект! Вас понял! Выполняю! Он в том переулке! Не убивать! Только ранить! Он нужен живым! Роуд, стреляй! Стреляйте ему в ногу! Готов! Это надолго. Бери Мита и Ройса и найди следы Рохаса в трущобах. Он направлялся туда. Поехали. Помните, в трущобах полно гражданских, поэтому смотрите, куда стреляете. Мит, убери отсюда этих штатских. Вас понял. Ополчение противника. Роуч, я с тобой. Следи за крышами, идем. Ройс, что там у вас? Прием. Полно ополченцев, но никаких следов Рохаса. Отбой. Вас понял. Продолжайте искать. Держите меня в курсе. Отбой. Роуч, не теряй времени. Идем. Мит ранен. Повторяю. Мит ранен. Роуч, мы нашли Рохаса. Он идет на запад, по крышам. Роуч, я ранен! Пойди за противнику, повернуть обратно. Иди вперед и постарайся перерезать ему дорогу. Подкрепление ждать некогда. Пойдешь один. Удачи. Отбой. Роуч, они тут у себя дома. Берегись засады, удар из угла. Роуч, иди за крышами. Откуда-то сверху долбит из гранатометов и пулеметов. Роуч! Он вошел! Он на крышу! В руках черный лежит! Убежите, далеко не уйдете!
У нас. Командир, все готово. Высылайте вертолет. Координаты. Черт! Высылайте вертолет немедленно, пока путь свободен. Похоже, командованию нет до нас дела. Придется Сент-Браво, мы засекли 70 самолетов противника в вашем квадрате. Подтвердите. Очень смешно. Нет, не подтверждаем. Неполадки в системе автоматического контроля, сэр. Сент-Браво, будем искать поломку в оборудовании. У нас все чисто. Видно, у вас там радары барахлят. Отбой. Зулу X-Ray 6. В вашем квадрате обнаружено около 100 неизвестных объектов. Подтвердите. Не подтверждаем, у нас все чисто. Даже не знаю, что вам сказать. Может, буря на солнце? Сегодня повышенная солнечная активность. Сьерра-Дельта! Ох, у нас тут сбой системы контроля. Кого-нибудь наблюдаете? Прием! Они повсюду! Сьерра-Дельта, повторите. Вижу истребители в секторе Ай-95. Как они туда вообще могли попасть? Спокойно. Пробую связаться с ближайшим отрядом в этом секторе. На связи. Первый батальон 75-го полка рейнджеров. Это сержант Фоули. Замкомандира Хантер-2-1. Как слышно, прием! Всем постам. Спутниковое наблюдение отключено. Система акустического наблюдения и радиолокационная станция тоже не работает. Продолжаем путь пешком. Конец связи. Это Оверлорд. Вас понял. Удачи. Отбой. Я что-то не понял, сержант. Поддержки с воздуха не будет? Не стрелять! Не стрелять по БТР! Они нас не видят. Держись правее. Позади них. Там и должен быть рептор. Нас заметили. Рамирос, бросай дымовые гранаты.
Ганс, Морган, прикройте его! Пока дым не рассеялся, беги мимо БТР в переулок! Используют дым для маскировки. Говорит Хантер 2-1 главный. Рекомендуют пользоваться лазером. Опасность юга. Больше 2 дюжин пехотинцев. На севере! Ясно! Контакт на севере! Внимание! У нас контакт на севере! Внимание! Огонь на север! Сзади на крыше враги! Они устроили дымовую завесу на севере! Ясно! Кто может, переключайтесь на тепловизоры! Состояние стабильное. Вас понял. Всем проверить оружие и патроны. Они скоро вернутся. 2-1 Дельта. Север идут 2 БТРа. Вас понял. Вижу бойца противника, управляющего беспилотником. Он внутри закусочной, на западе. Рамира! Уничтожь этого гада! Я пошлю ребят тебе на подмогу. Давай! Вижу бойца противника, управляющего беспилотником.
Уничтожь этого гада! Я пошлю ребят тебе на подмогу! Давай! Укрытие! Вас заметили с ДТС! Пульт управления беспилотника. Рамира, уничтожь их бронетехнику. Отличная работа, ребята. Собираемся здесь. Готов. Прямое попадание, Хантер 2-1. Не сбавляй темп. Рамира, собираемся в закусочной. Отлично стреляешь, Хантер 2-1. Молодцом! Как ты их? Молодец! Отличная работа, ребята. Собираемся здесь. Прямое попадание, Хантер 2-1. Не сбавляй темп. Бомбардировщики! Укрытие! 2-1 главный, ты еще здесь? Вас понял. Внимание всем, план меняется. Рамирес, скажи своим охранять Бургертаун. Мы переместим туда Рептора. Старое укрытие рассекречено. Всем внимание! Рептора надо переместить как можно быстрее. Ждите нас у южного входа. Надо убираться из здания, пока бомбардировщики не пошли на новый круг. Мы перемещаем рэпторы из закусочной Нейта в Бургертаун. Рамирес, противнику Така Тога. На счет три. Один. Два. Три. Отлично стреляешь, Хантер 2-1. Молодцом. Вперед, вперед, вперед! Больше 5 точных попаданий. Молодец, Хантер 2-1. Не давайте им палить по мне! Хантер 2-1, подтверждаю еще более 5 попаданий. Рептор в холодильной камере Бургертауна. Он там в безопасности. Дверь заперта.
Не пускайте сюда русских! Прямое попадание, Хантер-2-1. Не избавляй темп. Конвой прибудет через минуту. Хантер-2-1. Голиаф-2 засек подкрепление противника к западу от вас. Прием. Рамирес! Используй беспилотник! Вражеская пехота на подходе! Не подпускай их к Бургертауну! Отлично! Больше 5 попаданий. Хантер-2-1, это Оверлорд. К северу от вас замечено большое скопление сил противника. Прием. Отлично стреляешь, Хантер-2-1. Молодцом! Кто-то взорвал наш беспилотник! Беспилотник уничтожен! Повторяю, беспилотник уничтожен! Замена с грузовиком! Идущим в ваш район. Прием. Внимание! Вражеский вертолет! Еще одна вертушка! Бейте ее! Я видел стингеры на крыше закусочной Нейта! Отлично! Вертушка сбита! Связь. Но что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Запретены, рассредоточены по всему миру. Одновременно. Осуждение российской агрессии, названной... Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Попробуйте перезвонить позднее. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме.
Это все, что у нас есть. Если этот бандит – наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. Сэр, приближаются ополченцы. Около 200. Заходят с двух сторон. Попробуем пробиться к площадке. Вперед! Арокос! Улица о нем позаботится. Согласен. Николай, мы наверху в трущобах. Ополченцы окружают. Гони вертушку к рынку. Как понял, прием! Ладно, приятель. Thank you.
Тебе пора на базу. Роуч, топливо на исходе. У тебя 30 секунд, беги. Налево! Налево и прыгай! Давай! Кто-нибудь выключите телевизор. Моя группа на другом задании. Принимаю командование вашей частью, сержант. Так точно. Слушаюсь, сэр. Я реквизировал страйкеру 8-й бронетанковый. С Беджером шутки плохи, сэр. Он доставит вас на место. Русские легко проходят сквозь нашу оборону. Но точно не здесь. Укажите точку на карте. Ее они не возьмут. Хантер 2-1. Это Хантер 2-1 главный. Вертолеты эвакуации держат серьезный урон от обстрела земли. Мы должны уничтожить зенитный комплекс, чтобы можно было эвакуировать отсюда гражданских. Вперед! Прикройте меня!
Хантер 2-1 главный. Это Оверлорд. Доложите обстановку. Принято. Для вас есть новая задача. Приказ главного штаба. Прием. Уничтожив ЗРК, следуйте на Брукмер Роуд 4677. Доложите, когда выполните основную задачу. Конец связи. Похоже на нападение. Рамирес, возьми портфель. Ну, что от него осталось? Сержант, взгляните. Похоже, это не просто десантники. Да. Сделайте снимки для G2 и обыщите трупы. Есть. Однако мы получили информацию. Оверлорд, тут могила. Объект мертв. Движемся не в том направлении, сэр. Может, вернемся в бой? Тут для тебя полно работы, Мактавиш. Рад, что ты выбрался из Южной Америки. Объединишься с 6-м флотом. Нанесете ответный удар. Заключенный 627. Мы считаем, что именно этого человека ищет Макаров. Но не можем до него добраться. Нефтяные вышки, сэр? Русские располагают там зенитки. Нефтяники — это живой щит. Мы не можем просто взять и взорвать вышку. Это защищено слабее всех. Ребята, я знаю, что сейчас посылаю вас на смерть. Они охраняют это место. Значит, там что-то нужное. Особенно, если мы хотим найти заключенного 627.
Чикаго, главный ангару. Приказ получен. Ангар затоплен. Давление на максимуме. Начинайте. Группа 1, аппарат пошел. Хоутл 6, курс 019. Даллас высаживает группу 2. Встреча у цели. Хватит смолить эту дрянь. Легкие посадки. Мы на месте. Ладно, ударим одновременно. Вали. Начинай. Точно, Хоутел 6. Не расслабляться, парни. Объект у ограждения. Разрешаю огонь, только с глушителем. Все чисто. Там заложники, осторожнее. Вас понял. Группа 1 идет на штурм. Хоутел 6. Так, все наверх. Подвигаемся ко второй палубе. Вражеская вертушка. Укрытие. Внимание. Всем быть начеку. Хоутел 6, у вас там заложники. Порядок. База. Заложники со второй палубы спасены. Ответь базе. Мы слаем группу вниз. Перехватили вражеские переговоры. Похоже, к нам гости. Переходим к плану Б. Установить взрывчатку на тела. Группа 5, ответьте базе. Прием. Повторяю. Заряды на месте, сэр. Поднимитесь повыше. Мы нападем на них, когда они найдут тела. Пока не подойдут ближе. Займись целью, сэр. Тихо. А я прикончу второго. Тихо. За мной. Десант уже в пути. Удерживайте позицию. Вражеская пехота на 12. План Б. Выполняем. Вас понял. Разведка сообщает о наличии заложников и, возможно, взрывчатки на верхней палубе. Ваша задача – взять район под контроль, прежде чем мы вышлем группу для подавления ЗРК. Прием. Вас понял. Будем ждать эвакуации в точке Браво.
Нам приказано срочно занять верхнюю палубу до того, как придут морпехи. Вперед! Хоутл 6. Группа 2 эвакуирует заложников соседних палуб. Немедленно следуйте наверх и освободите остальных. Ой. Вперед! Вертолет противника! Ложись! Ложись! Вертолет сбит! Отлично! Понял, выполняем огонь! Время идет! Наша задача подняться наверх и освободить всех оставшихся заложников до того, как придут морпехи! Разделимся. Зайдем с флангов через эти проходы. Шестой флот начинает зачистку. Пора. Задание с долгой историей. Долгой и печальной. Когда-то это был замок. Настоящая крепость, твердыня, готовая выдержать любой удар. Оно пережило немало суровых зим. Чего не скажешь о его жителях. Монастырь, где живут совсем не монахи. Последние 100 лет здесь держат тех, кто не угоден государству, но кого нельзя убить. Внутри полно выживших жертв последней войны, которой мы должны были победить. Но, похоже, в политике как на ипподроме. Поставишь не на ту лошадь и окажешься здесь. Макарову нужен номер 627. Вот за ним мы и пришли.
30 секунд. Хорнет 2-1. Говорит Джестер 1-1. Звено F-15. На борту по 4 ХАРМ. Подавляем ПВО. Конец связи. Вас понял, Джестер. Выполняю. Сигнал, сигнал. Бокс 3, бокс 3. Хороший выстрел. Просто отличный. Хорнет 2-1. Маршрут чист. Удачи. Отбой. Я Хорнет 2-1. Вас понял. Говорит 2-2. Вас понял. Это 2-3. Вас понял. Второй, начинаю обстрел. Понял. Опа. 2-2. 2-1. Отлично. Всем снайперам, говорит Макдавиш. Приготовиться к стрельбе. Зависть ночь. Есть. Всем снайперам. Открыть огонь. Заключенный может быть в любой из камер. Гоуст, мы у двери. Открывай ее. Пытаюсь, но и древняя штука. Гоуст, это не та дверь. Все понял, ждите. Здесь! Как ты лучше, вперед! Гоуст, огонь на подавление. В этой камере никого. Дальше. Гоуст, не молчи! Во всех камерах пусто! Вот, заключенный 627 был переведен в восточное крыло! Идите к оружейной! Она в центре! Так быстрее! Понял. Отряд, направляемся к оружейной. Вперед! Противнику оружие на второй этаж! Повторяю! Противнику окружение на втором!
что-нибудь? Плохие новости. К вам приближаются три, нет, четыре отряда противника. Я их слышу. Пошли. Здесь нас сразу заметят. Гоуст, открывай дверь. Черт подери, все закрыто. Придется пробовать по-другому. Поздно. Они уже здесь. Еще бойцы. Они направляются прямо к вам. Нам нужно прикрытие. Бери полицейский щит. Это ваше, сэр. Какой еще суп? Ладно, пошли! Надо отсюда выбираться! Право 6, обстрел начался раньше! Выбирайтесь оттуда, быстро! Вертолет! Приготовьтесь прыгать! Браво 6!
лицо, кто